По свету Алексея Юрьевича, мы сегодня первым делом решили попробовать журак. Что такое журак? Ну, это вот суп в таком вот хлебе. А здесь я вижу какую-то колбаски нарезанные, сало, картошка. Но что удивило в первую очередь, что ты пробуешь вот на вкус. Здесь мелко нарезаны соленые огурцы, то есть здесь ну, какой-то рассол такой, очень интересный, такой насыщенный вкус. Ну, естественно, в хлебе это придает этому блюду еще больше калорий и наслаждения. Вот. Так что мы кушаем. Всем приятного аппетита.